Всем привет! А вы знаете, как распознать человека, который первый раз приехал в Чебоксары? Да вот же он! Маш, привет! Привет! Ничего себе ты принарядилась! Все такие! А я хотела бы посмотреть общество. Нет, костюм у тебя, конечно, очень красивый, но в Чебоксарах все одеваются, как в обычных городах. Хочешь, расскажу, что у нас здесь есть интересного? Может, погуляем? Нет, не надо. В смысле? Ты же всего на 3 дня. Я тебе отвечаю. Ты даже уезжать отсюда не захочешь. В Чебоксарах очень интересно. Спорим, что не захочешь? Ну... На желание. Давай. Ну, пошли. Маш, а ты знала про вышитую карту России? Ну да. А кто еще не знает? Вообще-то, этот проект родился именно в Чувашской республике и конкретно чувашскими вышивальщицами. А позже его подхватила уже вся страна. Представляешь, какой масштабный? Ого! Серьезно? Да. Посмотри, какая большая карта у нас получилась. Насколько она колоритная и красивая. Ну да, красивая. А помимо красивой вышивки, у нас есть еще и символика, орнамент, руны и, конечно же, литература. Пойдем быстрее, деньги скоро закончатся. Маш, смотри, здесь какой красивый орнамент. Платье почти как у тебя. Круто! А у меня, между прочим, подолбор есть. Интересно, посмотри, они бывают совершенно разные. Открытые, закрытые. Прикольно. А это, кстати, платье. Если видите, вышивки. Именно там сохранена наша необычная и уникальная культура. Как же она прекрасна! Маш, смотри, например, этот орнамент о красивой чувашской семье. А ты знаешь, что у тебя здесь изображено? Что? Давай вместе посмотрим и узнаем. У нас есть интересный камень, на котором все это написано. Так, не то, не то, не то. Машка, смотри, прям как у тебя. Это, кстати, символ верности и единства. Теперь будешь знать. Да. Помнишь, я тебе про книги рассказывала? Ну да. У нас есть великий поэт Миши Юхва. Пойдем скорее к нему, а то уйдет. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Познакомься, Маша. Это наш известнейший чувашский писатель Миши Юхва. Я очень рад, девочки. А что для вас возможность писать? Писать о родной республике, о тех событиях, которые действительно волнуют вас и окружающих? Ну, конечно, хочется, чтобы о нашей республике, о нашем народе знали во всем мире. Потому что, на самом деле, республика, хороший народ, живет трудолюбивый. История нашего народа очень большая история, длинная история. Такие герои были. Дал ему Бог, чтобы сохранил он чувашский мир. Действительно, это очень важные слова, прям в точку сказано. Ага, спасибо вам большое за все эти рассказы. Даже я, живя в этой республике, еще больше полюбила ее, узнала об этом творчестве. Ну, Маша, теперь ты о чувашских писателях узнала и книжку приобрела. Да, ну все, я вечер писать. А, ну думаю, она станет твоей любимой. Я тоже очень люблю произведения Миши Юхвы. Ну что, теперь тебе еще больше нравится наша республика? Да. Давай следующая наша с тобой точка будет вон там. Пошли быстрее. Пошли. Даш, а чем обязательно этот город Чебоксаров? Ну даже не знаю. Вообще у каждого будет свое мнение, но лично для меня Чебоксары — это уют. Потому что здесь очень комфортные дворы, площадки, много парков. И постоянно делается все для комфорта жителей, детей, взрослых людей. Для меня это город прям очень уютный. Кстати, я думаю, что мое мнение может быть однобоким. Давай узнаем у жителей, с чем же у них ассоциировался этот город и почему. Давай. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется Чебоксары и почему? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Мне Чебоксары ассоциируются с таким, как сказать, кочевничеством народа, потому что, во-первых, вспоминаю наших предков, откуда мы вообще взялись в этом городе. Вот. Знаете, что-то такое прям путешествия какие-то. Ассоциации людей, которые путешествуют.
зовут Маша. Для меня Чебоксары — это в первую очередь творчество, чувашская вышивка, наши мастера народные великие, которые вложили большой вклад в развитие Чебоксар. Здравствуйте, меня зовут Аня. Мне кажется, мы Чебоксары соединились. Долго. Прикольно, потому что я очень много лет жила, очень много переезжала, и здесь вот мы вижу такие красивые просторы. Интересно, а у вас? Меня зовут Регина. Это ваше любимое место? Меня зовут Даша. У меня город Чебоксары ассоциируется с друзьями. Меня зовут Маша, у меня город Чебоксары ассоциируется с семьей, потому что у меня тут все родственники. Меня зовут Настя, у меня город Чебоксары ассоциируется больше с добрыми людьми, с культурным городом. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, расскажите, с чем у вас ассоциируется Чебоксары и почему? Меня зовут Алина, это моя дочь Кира. Мы приехали посетить наш город. Родной язык. Мы чуваши Башкортостана. Приехали из Тольятти города, живем сейчас там, но я лично родилась в городе Белеве, наверное, знаете, там недалеко. И есть там сродочка. Я оттуда родом. Я коренная чуваша башки. Ассоциируется тем, что еще мы очень любим свои национальные блюда, кукло, шафтан. Все это мы печем, кушаем и все. Чуваши — это нам близко. Маша, кстати, ты знала, что этот мост является самым длинным светящимся мостом в России? Интересно. Ну что, нравится тебе у нас? Да. Вот. А спорта ты все-таки проиграла. Ну что, готовься выполнять желание. Ладно. Давай это будет наша с тобой последняя точка, а то уже темнеет. Но мать ты увидеть обязательно должна. Маша, какие же здесь виды? Подожди, я фоточку сделаю. Ну а мы заканчиваем этот выпуск. Я надеюсь, что вы, дорогие телезрители, тоже много нового и интересного узнали о нашем регионе. До скорых встреч!